Приветствую всех, друзья, на своем канале. Сегодня у нас дождика нет, слава богу. И решил побегать по лесу, покопать металл, монетки. Короче, что попадется. Сегодня я рюкзак облегчил по возможности. Взял болгарку без всего. И даже забыл ключ для замены дисков. Ну ладно, надеюсь, он не пригодится. Ну, побегаем, повторюсь, поищем монетки, железо. Сегодня опять идем на дальние берега. Ну все, шагаем. Ну и тут же сигнальчик хороший. Но смотрю, он весь в корнях. Попытаюсь достать. Короче, понятно, здесь гвозди и вот такая вот ерунда мелкая. Вот такая вот труба буровая. Больше метра. Гнилая, конечно. Ну и тонкая, жаль. С огнем. Вот так вот. И пока здесь оставлю. Проверил сигнал, и тут же еще вот больше метра такая же труба кусок. На этом же месте, рядышком буквально, еще кусочек. О. Так, опять в кучку. Банки пивные. Да, я тут, конечно, ходил 200 раз, но все равно что-то нахожу. Так, здесь проверим, какое-то пятнышко такое. Так, тут у меня еще там труба же лежит. То, что тогда не забрал. Ну, она подальше там. Подберем ее. Не знаю, посмотрим. Вот здесь я копал уже. Но тут в корнях не докопаться. Идем дальше. Я сегодня без топора. Корни не порубить. Вот железяка. Возьму, наверное, ее. Если вытащу. Какая-то штука непонятная. Тут значок. Тоже непонятный. Но зато железная. Похоже на распредкоробку. В смысле электрическую. Правда, с одним входом. Копилочку. Сигнальчик был, что-то хорошее. Интересное. Только непонятное. Такой кусок какой-то тяжелый, свинец что ли? Не понять, что это такое. Разберемся. И еще он там штырь торчит. Такой штыречек. Забираем. Так, ребят, на магнит проверил, не магнитит. И тяжелый, походу, кусок свинца. Ну, цветнинка нам не помешает, конечно же. Железный сигнал. Сейчас проверим.
Какая-то мелочь все бьет. Ну, тут я уже вот копал. Не помню, что я здесь достал. Но всякая мелочуха сигналит. Здесь вот заезд был, дорога старая тоже. Ну, на ней я уже ходил. Вон тут жестянка валяется. Вот она. Потом, может, заберу. Когда металла не будет путевого. Будем подбирать всякую хрень. Мелочевку и так далее. Заглянул, ребят, я на то место, где я кучу буровых колец нашел больших. И думаю, пробегусь. И вот все равно же пропустил сигнальчик. Кусочек штыря такой. Походу я что-то еще интересное пропустил. Смотрите, как лопата бьет, а? По металлу шкребет. Сейчас откопаю, покажу обязательно. Еще кусок штыря, уже второй. Кучку. Ну вообще чудо. Сколько сигналов я здесь попропускал, а? Вот такой штырь. С полметра точно литой. Литой. Копилку. Ух, гвозди разлетелись. Блин, ребят, на этом же месте вот еще один штырь. Только еще толще. Тоже коротенький. Только толстенный такой. Вот я сигналов здесь попропускал. Или может то, что засырая земля дает сигнал лучше. Ладно, дальше ходим. Все на одном месте. Опять проволока. Это лыжная трасса. И на ней алюминиевые крепления. Замотанные алюминиевой проволокой. Забираем. Тут их вон. Три штуки только сейчас вижу. Пока. Немного алюминия. Тоже не помеха. Больше ничего интересного рядом нету. Комары заели. Антикомарин не помогает. Сейчас я сложу это железо и пойду в обратную сторону. Забирать то, что не забрал, попилю, порежу и сносим все в кучку, в общую. Так, все зарыл обратно, то, что накопал. Все сложил. И смотрю, здесь такой гриб прикольный. В сторонке торчит. Вот такая здоровенная поганище. Не знаю, что это такое. Ну, о, такого размера. Ребят, я поражаюсь. Сколько я хожу уже? 2 года точно здесь копаю. На этих буровых. На разведбуровых. И металл не кончается. Ну и слава богу. Пусть будет. Ну, еще, конечно, новые места нахожу. И еще во многих местах не был. Вот там не был, в той стороне. Короче, походить еще есть где. И самое интересное то, что недалеко от дома пешочком дошел 500 метров до леса. И пошел гулять по буровым. И каждый раз, которые буровые уже выбиты, захожу на них же и опять что-то новенькое нахожу. Так что это тут буровой клондайк. Ой, скоро доберусь там к штуку, которую я уже 2 раза пытался ее откопать. Но там никак без этой штуковины. Не помню, как она называется. Тяга такая ручная на тросах. В магазине смотрел, можно купить за 2 рубля. Не знаю, посмотрим. Может быть, что-то возьму и возьмусь все-таки за эту штуковину, вытяну ее. Ладно, все, докурил. Шагаем дальше.
Моя железка тут старенькая валяется. Как раз вот сейчас ее и заберу. С собой нормальная такая. Вот трубочка оставлял здесь. Сейчас пополам ее и в рюкзачок. Забираем это все железо, конечно же. И сейчас его попилим. Так, ребят, трубы принес. Берем болгарочку. Ну и не забываем про защитные очки. Все, металл порезал. Сейчас скинем его в кучку, в общую копилочку. И вроде как нормально. Нормально так пойдет. Как раз завтра багажничек весь забью и вывезу это все. Ну, это будет уже завтрашнее видео. Ну, на этом всем пока и всем удачи. С вами был канал Алексей Ухта. Заходите в гости. Смотрите ролики, комментируйте.